Всем привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить God of War. Ну, мне не хотят подсказать, что это за часть, а я забыл. Может быть, потому что Chaos Blade... Ладно, неважно, просто будем продолжать проходить. Смысл говорить, что я прохожу, если это написано в названии видео. О, коробочка, которая меняет цвет, или это мана, может быть, или здоровье. Ну да, замечательно просто. Пока я стоял, смотрел заставку, они подошли и начали меня избивать. Ау. Неожиданно. Ладно, что тут у нас? Повернуть. Отлично. Нафиг пошел. Не мешай мне. Вообще, как они привели таких тварей, чтобы они помогали им захватывать город? Это нереально. Нереально. Оттягиваем. Бам! Сейчас разбомбит, наверное, потому что ему... А, нет, ушел просто. Просто в мясо, они просто даже исчезают. Мне, в общем-то, не нужна ни мана, ни здоровье, так что пусть будет мана. Ну, как я обожаю зажимать, ну, точнее, не зажимать, а долбить кружочек или треугольник, когда надо что-то открыть в каждой игре, как будто это какой-то мейнстрим. Вечный. О, нет. У нас же тут есть подъем наверх, и куда именно нам нужно идти, я не знаю, поэтому... О. Мы выбрали верное место. Перышко. Перышко увеличивает магию. За 4 перышка магии становится больше. Какой тугой лифт. Почему он не может сам спускаться? Ну, какой-нибудь противовес отрезаешь и просто вниз падаешь. Вряд ли что-то случилось бы с Кратосом. Ну, большая арена. Ну, во всяком случае, это похоже на арену. А вот и небольшой циклоп. Ну, пусть они там сражаются. А, нет, их уже убили. Вот ужас-то. Он идет ко мне, как страшно. Ой. Но он на самом деле достаточно быстрый. А то, что джойстик постоянно вибрирует, когда он что-то делает, это, конечно, жесть. У меня же батарейка сядет. И будет плохо. Я, конечно, ничего против не имею. Вибрации, но их очень много. Как в Байонете, в которой они просто не прекращались. А, кстати, у меня же есть... Да, как только встану... Да что ж он делает? Своими комбо просто выносит. Теперь бы вспомнить, как это делается. Я все пытаюсь свою магию заюзать, но не могу нащупать кнопку. Это не то, это не то. Вот оно. Отлично.
похоже, бессмертный, или мне кажется. А нет, кончилось бессмертие у чувачка. Ой, не так много, теперь придется опять драться с ним. Ой, глазик сейчас проткнул. Просто забили оружие внутрь. Ну, благо, когда мы прокачаем оружие, их будет убивать намного легче. Точнее, их станет убивать. О, сейф и немножко лучников. Хитрые. Так, это будет у нас третий глаз, и у нас еще всего лишь нужно найти один. Да и красных сфер, наверное, скоро накопим на какой-нибудь ап. А, карабкаться все же можно. Чертов лучник. Блин, он на пути встал и... А, не попал. Так, по лестнице, я думаю, нам надо будет вниз спускаться. Хотя нет, тут еще рычаг. И явно его надо нажимать. Ладно, убью лучников. И, наверное, тут уже будет перышко, потому что вряд ли столько увеличителей здоровья разбросано. Да, действительно. Это, наверное, чтобы они не залезали сюда. А они все равно залезают. Вот это хороший лифт. Так, если дают здоровье и нету врагов, возможно, впереди нас ждет что-нибудь большое. Ух ты. We cannot hold them off!
Воу, вот это круто было. Ну вот, посмотрите сами на эту камеру. И скажите, крутая она или нет. А, все, я понял. Теперь надо решить, мне в ту сторону или в эту. Там как бы есть коробочки, я уже видел, точно. А, посмотрим. Много хороших коробочек. Так, пока он летает, вот так его можно, да. Вот сейчас на этом сделаем эту штуку. Блин, не получилось. Ну и ладно. Оп. У меня определенно посильнее мечи. Коробка тут не просто так. Может, сюда ее задвинуть? Потому что других вариантов я не... Хотя она там не пролезет. Смысл ее тогда? Тут, наверное, она тоже по лесенке не пролезет. Сейчас проверим. Хотя, может быть, и пролезет. Ну, бок не толкается, так? Нет? Ну тогда я не очень представляю, куда ее тут можно подвинуть. Туда я и так могу запрыгнуть, что я и сделал. Может, это просто обучают толкать предметы. Сейчас проверим, с лестницы можно ли. Тут как бы вот перегородка и все. А нет, можно. Возможно, тоже на кнопку можно поставить. Или нужно в следующую комнату двигать. Блин, это долго, чувака, полегче было. Может быть, если нужно делать именно так, я дотолкаю ящик на эту кнопку, а чувака возьму с собой, потому что его легче... Да, там есть кнопка. Плюс там лестница, не смогу толкать.
Так, посмотрим, как у нас... Так, вот это, наверное, магия, которую мы получили. 3500, но апгрейд. А смотрите, тут будет еще много всего. Так, 2650. А у нас есть 2539. Немножко не хватает. На этом уровне, насколько я полагаю, 5 глаз. Ну, 3 мы нашли. Еще тут что-то будет собираться потом. Так, у нас уже 3 пера и 3 глаза, неплохо. Пора бы найти всего по одному и к глазам, и к перышкам, и будет увеличение. Правда, я не думаю, что она столь большая будет. Ох, какая арена. Это подозрительно. Или убегать просто от кого-то сейчас надо будет. Просто камера так встала, странно. Оу. Это тот, которого мы пульнули. По-моему, он зол на нас. Тут он, наверное, еще и лапами будет бить. Ну да. Оу, наверное, надо было прыгать. Нет, похоже, это не сработало. Он меня так и убить может. Я еще жив. Отлично. Давай, 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 давай. Оп. Комбо. Оп. Так, главное не умирай. Блин, я на грани. Просто надо блок, наверное, ставить, что-то мне его лень ставить. Да, всего лишь добраться. Так, сейчас главное не сфейлиться. Кручу, кручу, кручу. Так, ну я же... Блин, тут что, еще быстрее надо крутить? Я не умею так быстро крутить. Оп. Да ладно, он еще жив. И я умер. Рестарт с последнего чекпоинта, замечательно. А где был последний чекпоинт? Вот для сейва того последнего. Но это не очень круто. Ладно, будем блок пробовать ставить. Можно скипнуть? Нет. А можно прокачать что-то? Мне как раз сейчас пригодилось. Тоже нет.
Короче, этот Кратос. Ух ты, неплохо получается. Без просто потерь здоровья. Правда, теперь придется стик опять вертеть. В этот раз я вроде готов. Ну вот, это уже похоже на что-то. Опять он за свое взялся. Да, да, да. Ну зато его сейчас еще немножко откинет. Сейчас, наверное, скинем на него еще одну колонну. Ах ты дерьмо, кусок. Ну блин, я ж стараюсь, ну дерьмо. Ладно, все равно хоть близко. Блин, так и сгорит. Просто тут если вначале не сделаешь, он начинает тянуть быстро на себя и все. Оп. Ну ты сдох. You have collected enough orbs to power up your blades of chaos, press tab. Да, давай. Давай, давай. L1 квадрат и L1 квадрат в воздухе. Окей. Ух, справились. Бум. But this small victory would not satisfy the man who had come to be known as the Ghost of Sparta. А вот как честь называется, Ghost of Sparta. Is this all you would have me do? Is there nothing else? Plummet through the sky and the world plunge into darkness, Kratos knew this was not a sign from the gods. What treachery is this? Setting his sights on the glowing horizon, Kratos made his way toward the mysterious light. But there was more afoot than Kratos could possibly know. Darkness, Morpheus, the god of dreams, awakened to a world where he and only he wielded power.
The land was slowly overrun by a black fog that engulfed everything it touched. Выглядит интересно. Такая колесница. О, магия. Так, ну что ж, мы добрались до города, до сейва, наверное. Сохранимся и продолжим уже в следующей части. А на пока закончим. Так что всем спасибо за просмотр, удачи и пока увидимся в следующей части.